При считывании QR-кода вот, выявляется на, ну, сразу показывается в зеленом цвете сертификат о том, что полный курс вакцинации человеком пройден успешно. Вот. Здесь личной информации как таковой никакой нету. То есть только инициалы, имени, отчество, фамилии и первые две и последние три цифры паспорта. Вот для того, чтобы удостовериться, что это именно тот человек, мы просим показать три цифры паспорта крайние. Вот, потому что можно прийти с чужим скриншотом, QR-код считывается, но человек стоит другой. Я верю, что невозможно. Это не то, что для нас важно, это вообще в целом важно для страны, для бизнеса. Мы не за, не против, мы за то, чтобы поскорее эта зараза ушла. И мы хотим, чтобы у нас реально люди более осознанно подходили к своему здоровью. Эти меры уже переломили темп вакцинации. Уже стоят очереди на вакцинацию, это сработало. Будут стоять эти очереди 3 дня или будут они стоять месяц, но это зависит от того, как дальше город будет реагировать, как будет бизнес реагировать. Понимаете, принуждение всегда, ну, делает такой обратный эффект. Вот. Я считаю, что как только сказали, что надо всем, и вот всем, кто работает, это некую отрицательную роль сыграло. Не было бы этого, все равно все граждане потихонечку шли и вакцинировались. Ну, просто есть у некоторых свои задачи, заботы, и вот так вот. Все бы все равно вакцинировались, без всякого принуждения. Поскорее бы все провакцинировались, чтобы уже можно было ослабить меры защиты, маски, там, перчатки. Вот еще раз, как у вас организация?